Хейо, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названием Far Cry 3. В прошлой серии мы с вами немного поохотились, и я даже не помню, что мы еще делали. Поэтому я быстро продаю то, что мне не нужно. Так, а не нужно мне тут здесь почти что многое. А многое что именно? Шкура собаки. Подожди, это шкура собаки мне нужно было или что? У меня оленя шкуры очень много. Поэтому создание предметов. Так, бумажник. Бумажник мне нужен. Казуара. Это птица, хорошо. Рюкзак. Динго. А, здесь вообще другое изображение. Окей. Здесь не то. А кто это? А, буйволы. Здесь супер животное. Медведя нужно убить. Супер животное. И динго. А здесь супер животное. Все. Значит, предметы. Продажа. Вот это мне уже все по сути не нужно. А, листья. Что это за листья? Белый-голубой лист. Голубой-голубой. Почему я не могу все это продать автоматом? Ой, ладно. Ну, продавай. Если что, я сбегаю еще за животными этими. Готово, готово. Все, поехали. 2 минуты уже целых прошел. И у нас теперь сюжетная миссия. Что такое? Что ты хочешь? Ты берешь 5 ножей, я беру 5 ножей. Что ты хочешь? Я бросаю в цель, ты бросаешь. Побьешь мой счет, выиграешь. Окей? Окей. Оп! 10. Пропустить. 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 И оп! Пропустить, 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 пропустить. Да, ты лошара. Да ты опасен. У меня мышка опустилась. Я удерживал. Черт! Оп, 50. Почти в центр. Ничего себе, ты попал. Если считать... Осторожней, брат! Ладно, ладно, выиграл. Еее, изи, 0 рублей. В скобочках доллары. Реванш? Нет, 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 нет. Все, ты... А, это все равно помечено, ладно. Здорово. Говори. Вас собирается напасть на нашу деревню. Пока мы говорим, он собирает стволы. Мои друзья тоже в беде. Что сказали по радио? Их увели в какую-то ПБ. Вас хочет взять выкуп, а потом их продать. Это хорошо. Время есть. Джейсон, прошу, будь за нас. Ракьет убьют. Если сможешь испортить оружие, это ослабит Васса. Легче убить. Сделаю. А, я знал, что на тебя можно рассчитывать. Пираты хранят оружие в джунглях в лагере лесорубов. Сначала отключи сигнализацию, да? Если она сработает, пираты будут охранять оба тайника. Выкради взрывчатку, а потом уничтожь оружие. Понял? Да, окей. Ладно. Удачи. Спасибо. Сразу смотрим, где это, насколько это далеко. А это очень далеко, походу. Ой-ой-ой, это даже очень далеко. Давайте сразу на вышку тогда, я думаю, съездим. Он же не обидится. Так, машина. А можно туда еще быстрее как-то добраться? У меня есть туда точка? Нет. Давайте топиры. Мне нужны топиры.
Кто мне вообще остался? Я опять забыл, подождите. Медицинская херь мне уже не нужна. Бумажник. Мне нужны голуби. Рюкзак. Динго. Меды. Спец. Буйволы. Спец. Медведя. Спец. Динго. А здесь спец, все. Короче, мне ничего не нужно. Тогда бежим просто вперед. Где-то здесь должна, по-моему, стоять машина. Да? Машина? Не, нихуя. Окей, что у меня по патронам? У меня все фулка, да? Стрелы не фул. Стрелы не фул, это плохо. Ладно, побежим, и тогда по пути нужно будет найти нашу машину. А вон, кажется, и она и едет. Эх, это со союзниками. Ладно, возьму скутер. Поехали. Только ей управлять тяжело. Ну как тяжело, неудобно. Нужно изведать, потом будет пойти уже. Слазю. Так, ладно, возьму лук. Сокращу путь. Ой, да ладно тебе. Побежали. Нужно будет еще пообходить, все-таки, ребята, побродить. И открыть именно карту. Там кажется, кто-то есть. Кажись, им сейчас не до меня. О, это мои дружки-хамелеоны. Так, выше. Так, можно ли как-то... О, можно. Так, чтоб я просто потом сюда повторно не лазил уже. Так, прыжок. Оп. Прыжок. Так, здесь уже только по лестнице лезть, но мне нужно на ту сторону. А, нет. Все-таки с этой. Так, вижу сундук с правой стороны в уголку был. Надеюсь, вы его заметили тоже. Вот он. Где он? Он только что... А, вот он. Так, отключаем. Когда я могу полететь? Трост идет у меня, получается, в правую сторону. По прямой, да? Вот сюда вот трост, в эту сторону идет мне. Сюда трост идет. Ну, я даже не знаю. Легче мне туда, конечно, пойти, там взять вот этот скутер и полететь с горы вниз. Давайте я так, наверное, и сделаю. Зона красная, значит, зона опасная. Проверяйте. Ладно, сажусь в машину, еду, короче, сюда на обход. Теперь до бесплатного магазина СВДшка. Оу. Это хорошо. Ну что, поехали. Надеюсь, сразу не сдохну. Все, ладно, я накатался. Время выныривать. Надо обратиться до наблюдательного пункта. Так-то как. О.
Это чё? Чё такое? Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот лагерь. Ищем сигнализацию. Вон сигнализация, она прямо около врага там. Можно по-тихому убить этого сейчас. Пройти к этому. Так, если я того убью, его заметят? Не хочу проверять. Тихо. Короче, по возможности буду убивать по-тихому. Если нет, то сразу нужно бежать, вырубать... Тихо, сейчас убить главное вот этого, который здесь. Так, поехали. Подкреплений не будет. Плюсик. Меня уже трясет. Скоро надо вмазаться. Пускай идет к трупу. Тихо. Что это? Блин, откуда вас столько? Тихо, успокойся. Все? Зараза, я животного я должен на это убить. Давай, бери ее кожу. С
суматарский тигр, как будто нам мало гималайских медведей, леопарды и доктора Эндерхарта. На рук Айвенда живут еще и эти крупные кошки. Они отличаются отменным аппетитом и бесспорно являются самым опасным хищником на острове, если не считать Бака, у которого намного, намного другие пристрастия. Ну, блин, вот хотела же по-тихому. Нет, нет, нет. Тварь решила меня спалить. Ладно, сейчас это место сделаю. Ого. Все. До свидания. Давай, давай, беги, беги, беги за стеночку. Ого. Ого. Тихо, тихо. Еще подкрепление. Снимает видео с ними в ПП. 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 Пиратская бухта. Мы называем ее закатной бухтой. Это одна из их тюрем. Понял. Омни, Джейсон. Сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. Налет на тюрьму. Так, новое учебное задание выполнить. Как отсюда вылезти? Тихо, 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 тихо. Ну ладно, выхожу. Я его нашел! Ты меня нашел? Ну давай не будем это говорить другим. Пускай еще немного поищет. Сраные повстанцы! Могли бы просто сдаться! Тихо. Тихо, сейчас... Вон он! В расход, суку! Не могу приспособиться! Блядь! Если найдешь, конечно. Беги. Я иду за тобой. Да, 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 беги, беги, беги. Да ничь. Что у вас полезного такого? Ничего. Ладно, лутаю это место и возвращаюсь. У меня как раз все равно места много сейчас. Я вам сейчас даже траву не собираю. Так, раз. Два. Так, мне нужно наверх. Блин, ну да, конечно, спалили меня и тревога подняла. Плохо, 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 плохо. Больше бы денег дали. Хотя это ж не ванпост. То с какой-то стороны и норма, ладно. Так, сундук. Так. Ищи меня, давай. Хочешь убить, ищи. Ты что, один? Ты что, больной? Он что, больной?
Тихо, тихо, ты тут не один. Тихо. Я в кустах. Так, их там двое. Найдете его, убейте. Трое. Где этот козел, а? Нет. Еще подкрепление, вы что гоните? Все, идите в жопу. Все. Все, они меня не видят. Ладно, видят. Видят, видят. Но ненадолго. Видят, но ненадолго. Все. Они меня потеряли. А что за испытание? Давайте хоть посмотрим. А я ж миссию, да, просрал? Ага. Ваш лучший результат. Убейте как можно больше врагов из предоставленного оружия. За 250 очков. Не, не хочу. Нафиг надо. Такие испытания неинтересные. Так, ладно. Поблизости больше мне ничего нету. Где я вообще? А, вот он я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Где моя точка? Ё-моё. Единственный способ это отсюда мне на... Время летать. Окей. Время летать, время летать. Мы долетим до туда... Захватим вышку и закончим. Нужно будет вообще посмотреть, какие у меня видео получились вид сбоку. Даже сколько снимаю, а я так и не посмотрел. Опа-на. Что я открыл? А, нихера. А, не. А, не, нихера. Окей. Быстро продолжим. Да. Купить карты. Купить, да. Так, уходим. Так, где у меня сундучок? Вот он. Так, залезть. Все, полетели. Как раз мне в ту сторону и нужно лететь. Планер. Планеры, транспорты для тех, кто смотрит на самолет и думает, а зачем ему двигатель, если для тех, кто вопит, когда его затягивает в двигатель. Ну почему же я не выбрал планер? Давай, поехали. Посмотрим хотя бы, как с помощью этого херь летать. А, новое управление. Так, цель, смотри, летите вниз по прямой, чтобы приземлиться успешно. Вниз по прямой. Хорошо, удержать, чтобы спрыгнуть с парашютом. О, не-не-не. Мне нужно просто лететь. Просто лететь прямо. Не сворачивая. Можно спрыгнуть будет. А если я на саму вышку спрыгну? М? Как вам идея? Ну, летишь такой, смотришь. Кажись, ничего такого. Но мне кажется... Ой, все, 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 все. Это что такое мигает? А это мигает то, что мне нужно. Нужно тогда это место... Нет, нет, нет. Эрнхард? Привет, это Дейзи. Я взяла телефон доктора. Сигнализация. Там поиски. Продвигаются. Ты как? Хорошо. Доктор переселил меня в пещеру под домом. Тут безопаснее, учитывая, что пираты приходят к нему каждый день. И слушай, я кое-что нашла здесь. Тебе понравится. Хорошо. Встретимся там.
Надеюсь, с друзьями. Класс. Пока. Удачное приземление. Ого, ништяк. Кто-то здесь лазил до меня. Так, осторожно, осторожненько. Смотрим под ноги. Идем выше, выше, выше. Блин, по лестнице, да, придется лезть. Придется лезть по лестнице. И сейчас я спущусь на своей херлюньке. Вот там остров есть, вон. А еще что-то есть. Так, то не то, что мне нужно. Оп. Ладно, поехали сейчас на тросе. Главное вырубить по-быстрому сигналку, чтобы меня не спалили. Так, все, датчики я выключил. Тотем какой-то. Когда умудрился дождь пойти? Угу. Допустим, хорошо. Поехали. Так. Нет, это понятно было, что я не смогу, потому что меня спалили при прыжке. А это все из-за змеи. Из-за змеи. То, что она меня решила спалить. Мне просто повел. Ай. Джейсон, отлично сработано. Теперь. Серьезно. Прямо отсюда, заново. Расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас снимает видео с ними в ПБ. ПБ. Короче, давайте на этом, короче, сейчас создание предметов зайдем. Посмотрим на препараты. Зверобой. Позволяет вам наносить повышенный урон животным во время битвы. Хрень. Вот это вот норма. Это самая полезная здесь вещь и... находилка. Все. Для врагов огнеупорность это не очень. Усиленное чувство, это можно, в принципе, как бы использовать. Медицинский шприц. Только медицинский шприц. Ну, можно, ладно, будет понаходить, заюзать. Давайте, ладно, на этом закончим, потому что я вижу, что это просто пиздец, если я сейчас заново все сделаю. Это тоже займет время, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.